Кокос. Скажи всем привет. Дай лапку. Дашь лапку? Молодец. Ребята, всем привет. С вами я, Дима, и канал «Владелец аквариума». Мой 200-литровый аквариум. Вот. Сегодня такое коротенькое видео. Хочу поделиться моими успехами по борьбе с обрастаниями вот на этом кусте анубиаса. Видите точечки? Я уже... Сегодня у нас что, четверг, да? Понедельник, вторник, среда. Четверг. Четвертый день вот буду вносить сюда альгицид. Вот таким 20-кубовым шприцом буду непосредственно подавать на листья растений. Из того, что я заметил, вот есть там вьетнамка или что-то такое, вот на кончиках анубиасов. Сейчас я покажу шприцом, засуну его прям в воду. Вот тут. И вот, о, там, видите, он побелел уже. То есть 3 дня вношу, и уже вот есть результат. Ксенококус, ну я не вижу, что он прям отступил, но вроде бы его стало меньше. Я, к сожалению, не сделал фотографии и видео не сделал, когда все начиналось. Ну, вот как-то так. Из такого неприятного вот анубиас, не знаю, как его порода, такие вот листья продолговатые, листья совсем попортились. На некоторых растениях, также вот на этих анубиасах есть отверстия в листьях. На некоторых буцках я даже начал замечать. И вот на эхинодорусе тропика. В общем, я заказал 5-литровую канистру калия. Калий я возобновлю подавать подачу. Вот, начну опять же делать регулярные подмены воды. Я на них забивал или забывал. Бывало по-разному. Ну вот я уже одну подмену сделал полноценную, а на этой неделе буду делать еще одну и думаю, что верну аквариум к прежнему состоянию. Вот. На сегодняшний день это выглядит вот все таким образом. Анубиасы мне не нравятся, как выглядят, но приведу их в порядок. Буцефаландры выглядят хорошо. Вот, кто меня там просил поделиться буцефаландрами, вот смотрите, как они растут, ну как бы не очень. Да, я буду отрезать еще отросточки и еще приматывать. Ну то есть, когда будет какое-то количество, которым я могу поделиться, я сделаю видео или дам знать. Пока вот так. Сильвер паудер есть. Кому надо сильвер паудер, обращайтесь. Вот, поляна есть тут, как бы... Там десяток веточек можно будет отсюда выстричь. Вот. Вот мои скалярии ждут еды. Вот видите, уже прям увидела, что направили камеру, движение, все. Вот она самая здоровая, вот одна огромная. Вот если руку мою... Да, руку недавно повредил. Мизинец порезал, ну, ничего страшного. Так, самое огромное, не знаю, вот камера не передает габариты этой скалярки. Вот, в целом, в общем, аквариум живет, все нормально. Жителей, скрытых жителей я более не вижу, то есть акантофтальмусов я не вижу. Вот, надеюсь, что они там прячутся в грунте, живые, туда подкидываем еду. Моя жена тоже кормит рыбок, подкидывает туда еду. Вот. Стайные рыбки чувствуют себя хорошо, несмотря на то, что я недавно нашел вот одну рыбку, она выпрыгнула. Опять же, нет времени, но хочу сделать какую-то сетку, какой-то, может, каркасик и натянуть сетку. Чтобы все-таки в конце концов прекратить суициды рыб. Ну, может быть, руки доберутся и сделаю. Вот. Ну, пока, в общем-то, без изменений. Скалярии все на месте. 4. 5-я Омина тусует там в уголку. Ну, вот.
сомики, коридоросы где-то там, то есть где-то там они есть. И только когда попадает корм на дно, они сразу же выплывают. Сейчас я отключил оба фильтра, они не работают. Вот сейчас я возьму шприц с альгицидом и буду вот вносить прям на листья вот таким образом. Ну, по чуть-чуть на каждый листик. На каждый листик пораженный ксенококусом. Тут вьетнамка есть. Рыбам это не вредит, уже проверено. Вот, а на водорослевое обрастание, на водоросли влияет. Вот. Завтра еще разок буду вносить. Это будет пятый день. И я думаю, хватит. С этих растений хватит. То есть дальше подмены и органика уберется, все будет нормально. Будет более чистая водичка. Тесты я пока не применял, там нитриты, нитраты, не знаю. Все по состоянию растений смотрю. Вот и все, в принципе. На сегодня борьба с обрастаниями закончена. Вот. Всем спасибо за внимание. Приятно, что вы смотрите мой канал. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем всего хорошего и ожидайте новых видео. Будет времечко, что-нибудь интересное запишу. Пока-пока. Кокос. Кокос тоже говорит вам всем пока-пока.